философия. Философия. Итогом которых будет экзамен, который вы будете держать в июне. Заниматься мы с вами будем так каждую неделю в этой аудитории. Значит, курс этот имеет две части. Часть первая – общие вопросы философии, часть вторая – социальная философия. Вот мы начинаем часть первая – общие вопросы философии. Первая лекция – философия, ее предмет и место в культуре. Философия, ее предмет и место в культуре. Ну вот, первый вопрос – это что такое предмет философии? Предмет философии – это то, что она изучает непосредственно. А есть еще объект, который она изучает. Объект – это вот мир весь, да? А что в этом мире изучает философия? Философия в этом мире изучает всеобщие законы природы, общества и мышления. Всеобщие. То есть разные науки изучают какие-то частные, отдельные вопросы, а философия изучает всеобщие законы. То есть человек, не знающий философию, он делает крупные ошибки. Мелкие он, может быть, не делает, там все делается аккуратно и правильно, а в крупных делах он ошибается. Как, например, сейчас говорит назад, мы не пойдем. И идут назад. Например, вот продается земля. Земля стала во многом частной собственностью. А вот скажите, пожалуйста, ликвидация частной собственности на землю и переход ее в государственную способствует развитию капитализма или мешает? Мы сейчас в буржуазной же России живем. Ну вот Маркс доказал, что переход земли в государственную собственность, то есть национализация, не является мерой социалистической сама по себе. Кстати, и крестьяне в России выступали за национализацию. А она приводит к ликвидации экономической формы реализации этой собственности на землю, то есть земельной ренты. То есть капиталист, который должен или собирается начать производство, если он на государственной земле, он строит завод и начинает производить продукцию, нанимает работников и производит продукцию. А если это собственность земельного собственника, он, естественно, взимает земельную ренту. А земельную ренту капиталист вставляет куда? В издержки производства, в цену продукции. Если, соответственно, раз издержки выше, прибыль меньше при тех же условиях. То есть ликвидация земельной ренты, ликвидация частной собственности на землю способствует развитию капитализма. И вот наши товарищи, так сказать, в порядке попытки совершить движение вперед, вот, зашли туда, что это уже можно рассматривать как движение вспять. И говорят, назад мы не пойдем, и идут назад. Тем более мы вот видим уже крестные ходы стали у нас ходить вперед движение или назад, если крестный ход ходит по Санкт-Петербургу. Вы это считаете движением вперед? Как-то даже это вот эта позиция, так сказать, людей образованных как-то выглядит. То есть с Божьей помощью, товарищи, вы должны сдать этот курс философии. Будем надеяться. А если не получится? Ну, это значит, черт попутал. Так сегодня вопрос решается. Вот скажите, пожалуйста, буржуазная Россия должна уважать буржуазных революционеров, товарищи историки? Вот, скажем, французских буржуазных революционеров. Вот есть такие революционеры, вам известные, как Робеспьер, Марат. А вот Рабежный Робеспьер, наш уважаемый губернатор, переименовал Воскресенскую. Как это память Робеспьера, как она ведь? Ну, же буржуазный начал строй. Не социалистический же. Как-то нехорошо. Марата не переименовал, потому что улица называлась Грязи. Так. То есть объект философии – это весь мир,
А предмет – это всеобщие законы природы, общества и мышления. Значит, философию можно рассматривать и как науку, вот сейчас мы ее как науку и сформулировали, ну и как явление культуры, то есть в буквальном переводе философия означает любовь к мудрости. А кто у нас не любит помудрствовать? И вот, так сказать, люди философствуют, скажем, не имея никакого, так сказать, серьезного научного образования, но, тем не менее, они, так сказать, желают подумать об этих вопросах бытия, общества, мышления. И каждый человек в той или иной мере является философом с этой точки зрения, но не профессиональным. Значит, ну, что касается нас с вами, то мы должны получить профессиональные знания по одной простой причине. Значит, мы историки. У вас специальность называется как-то так хитро. Как она называется? Специальность атрибуции экспертизы художественных ценностей. Как? Атрибуции экспертизы художественных ценностей. О, экспертиза художественных ценностей. Музеология. А? Музеология. Музеология. А вы что такое музей знаете, нет? А вот сейчас проверим. Вот я сейчас, вот я философ, вы не философ. Вот кто из нас даст правильное определение музея? Я музеологи у нас есть на философском тоже отделении. Ну, Петровский у нас заведует кафедрой. Так вот, я у них тоже преподавал. Музей кто-нибудь может сказать? Товарищи музеологи, что такое музей? Очень сложный вопрос. Что значит сложный? Я его задаю специалистам, я же задаю его неизвестно кому. Пока что не специалист. Как не специалист? Сказать, кто вы? А вот тоже вы неправильно говорите. Можно я вас научу, кто вы? Вы музеологи? Специалисты? В становлении. Вы же учитесь сейчас. А если вы не специалисты и не музеологи, вот дверь открыта. Счастливый путь. Что вы тут делаете? Зачем пришли? Логично? То есть, если вас спросят, вот вы поступили на исторический факультет, значит, вы историк становлений, философ. Он говорит, я говорю, вы философ? Нет. Сейчас. Ну, надо еще с музеологией разобраться, с музеями. Так что такое музей? Ну, какие есть предположения? Вот? Можно по-разному ответить на этот вопрос. Да можно по-разному. Хорошо бы найти правильный ответ. Ну, давайте уж как-нибудь. Если не получается, давайте на перекладных как-нибудь добираться. Ну, как бы вы ответили на этот вопрос? Что такое музей? Музей? Ну, это вам слово известно? Конечно. Известно. Вот что говорит по этому поводу Гегель? Известное еще не есть от того познанное. Почему? И объясняет. То есть слово, особенно тем, кто хотел быть музеологом, он так давно это уже слово знает и полюбил, что неужели и он настолько хорошо известен, что задумываться над тем, что известно, ну, это чрезмерно, правда? И поэтому люди не задумываются над тем, что является вот хорошо известным. Вот над неизвестным вы точно бы задумались, а это известно, что задумываться. И поэтому, так сказать, как в детстве люди повторяют слова, музей, вы же повторяете слова, музей, 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 музеологи и так далее. И люди заучивают и повторяют слова, а глубина этих слов. Ну, вот в этом смысле философия приучает к тому, что если вы слово сказали, отвечайте. Музей что такое? Музей. Пойду к этому, к вашему декану, директору теперь скажу. Ну, что такое? Не знаю, что такое музей, музей. Самим так рассказывают о музее, что мы уже запутали, что именно это такое. Ну что, никто не скажет, что такое музей? Надо... Значит, или государственный, или не государственный. Бывает государственный музей, бывает не государственный. Поэтому это никакого отношения к тому, что такое музей, не имеет. Правильно? Поскольку музей может быть и такой, и такой. Так что это примерно я спрашиваю вас, что такое яблоко? У тебя яблоки бывают зеленые и красные. Ну, спасибо. А что такое яблоко? Может быть. А вы не говорите. Так, что такое музей-то? Что вы тут делаете тогда? Товарищи, где вы? На самом деле мы сами задумались, мы поступали на атрибуцию. Ну, можно я тогда скажу? Да. Как не... Я тоже историк по специальности. Это у нас получается очень просто. Я работал в ВПК, и когда у нас была нагрузка, то мы преподавали. Преподавали мы преподавателям. У нас вот был институт с таким длинным названием, что только вот те, кто его выучит, получал зарплату.
Институт по переподготовке и повышению квалификации преподавателей социальных и гуманитарных наук, Республиканский учебно-научный гуманитарный институт Санкт-Петербургского государственного университета. Чувствуете, какую память надо иметь, чтобы сказать, где я работал. И вот, значит, у нас, когда у нас получилось, что нагрузки не так много, мы сами у себя переподготавливались и получали диплом по переподготовке. В частности, я получил диплом по переподготовке историка. Оценки мне там наставили, по всему. Политолога. Но матмех я сам кончал, экономическую, у меня кандидатскую, докторскую, я на философском учитель. А профессор по кафедре экономики и права, поскольку кафедра такая была, звание дают по той кафедре, на которой ты работаешь, когда тебе дают звание. Так что вот я, значит, обремененный всеми этими вещами, теперь могу вам сказать, что такое музей. Музей – это общественное учреждение. Учреждение, правда? Это же не ящик, не комод, не склад, правильно? Общественное учреждение. Общество может быть государственное, может быть, это не государственное, это общественное учреждение, которое выполняет три функции. Первое. Не собирает историка, предметы историко-культурного наследия, да? Или, как вы говорите, художественные ценности. Предметы историко-культурного наследия. Собирает раз. Это функция собирания. Второе. Изучает. Исследуют. Не просто, если оно собирает, это склад. Вот если взять запасники, если никогда из них никто не будет доставать в Эрмитаже, то это, в общем-то, и не музей будет тогда, правда? Это будет такой склад, там есть при музее. Изучает и пропагандирует. Все? И обязательно сохраняет. А? Обязательно сохраняет. Это включается в изучение? Ну, если собирает. Ну, собирает, сохраняет, конечно. Ну, если собирает, то сохраняет. Сохраняет, конечно. Собирается это. Собирает и сохраняет. Да. Можно сказать, сохраняет и собирает. Это, если дополнить, даже лучше будет. Я беру вас себе в авторы. Как ваша фамилия? Носова. Носова. Поскольку у вас эта фамилия раньше моей, Носова Попов. Понятие музея. Все запомнили? Значит, собирает и сохраняет предметы историко-культурного наследия, в скобках, дополнение Носовой, изучает, исследует, правильно? И в каждом музее есть научные работники, они этим занимаются, да? И пропагандирует, потому что если она не пропагандирует, тоже не музей. Значит, вы сами для себя, что ли, изучаете? Дескать, вы любите музей, только в нем вы будете ходить, в него, а больше никто. Понятно. Решили мы эту проблему? Хуже дело. Сейчас я спрошу, кто такие историки. Тоже у меня была картина на пятом курсе. Спрашивают. Сидят, философия, история. История-то что изучать? Что изучает история? Ну, вы тоже как бы историки. Вы же на историческом факультете. Ну, и что изучает история? Зачем сюда пришли-то? История. А? История изучает... Товарищ, задумался. Это неплохая наука, философия заставляет историков задуматься над тем, что изучает история. Согласитесь, что это что-то есть хорошее в философии. Прошлого. Прошлого. Можно так сказать, что она изучает то, чего нет, да? Отчасти, да. Интересная наука у вас. То есть вы изучаете, историки, то, чего нет. Хорошо, и я тоже, диплом у меня есть. Потому что я тоже изучать могу то, чего нет. И вот приходите вы на работу. Фирму сейчас фирмы же все это делают. Так, я вот изучал 5 лет или 4 года то, чего нет. Возьмете меня на работу? А я говорю, знаете, нам не разобраться с теми, которые изучают то, что есть. А те, которые изучают то, чего нет, нам совсем не нужны. Как определить историка так, чтобы его брали на работу? Философия может такую проблему решить? Но я вам должен как-то показывать пользу философии. То есть сказать, зачем это изучать, это ваш предмет. Вот сейчас будете говорить, мы у вас будем сидеть, ходить, а зачем? Но мы историки, тем более мы сохраняем культурное наследие, хоть не знаем, что такое музей, но мы музеологи. Значит, даю бесплатно определение истории. История изучает современность как результат предшествующего развития человечества. Так? Так?
Ну, не историки, они берут вот вершки, берут результат без движения к нему. Они не знают, вот корней не имеют, они не понимают, что происходит, потому что они не знают, откуда, как это зародилось, как развивалось, как к этому пришло. А историки, в этом смысле, мудрые люди, умудренные, они берут современность как результат предшествующего развития человечества. Вот такие люди всем нужны. Сейчас же рынок, продать же надо. Я продаю историков. Таких купят, а таких не купят, которые не знают, которые изучают то, чего нет. Ну, так сказать, с гордостью мы изучаем современность как результат предшествующего развития человечества. Солидно же, правда? Ну вот, теперь мы можем спокойно идти дальше, а то как-то не знаем, кто мы. Мы не знаем, кто такие историки, не знаем, кто такие музеологи. Ну вот, прислали дядю-то с соседнего факультета. Вы, наверное, помните время, когда у нас перегородка была железная? Нельзя было пройти с Велосовского на исторический, с исторического. Но вы уже не помните. На втором этаже вот так вот, такие мощные были такие решетки, чтобы, вот, допустим, философы рвутся к историкам, их не пускать, или историки. Ну, например, дверь на третьем этаже по-прежнему закрыта, хотя непонятно, зачем она закрыта. Иногда открывают. Иногда открывают. А почему иногда? Ну, у нас университет один или нет? Университет. Какой смысл университета? Это единый вуз с разными специальностями, чтобы люди общались, представители разных специальностей, правильно? Ну, а тут, значит, ну, потом сломали эти, убрали эти перегородки. И даже решили соединить нас в один институт. И принудили, или убедили, или побудили два ученых совета принять решение, что один будет институт истории и философии, и другой высказался, наш ученый совет. Когда оба наши высказались, большой совет решил, что будет отдельно институт истории, институт философии. Но мы, тем не менее, совместно тут вот занимаемся, даже аудиторный фонд используем сейчас в той или иной мере совместно. Ну, что такое философы, которые не знают истории? Это какие-то не философы. Но, как вы выяснили, историкам философия не во вред. Не во вред. Даже с точки зрения того, чтобы там... Ну, вот если вас спрошу, вы историк? Что надо сказать? Историк, да, я историк становления. Ну, как вот, вы становящийся историк. А если вы скажете, что вы не историк, вообще это ваше пребывание здесь неуместно. Так, ну хорошо, значит, вот мы разобрались, знаем, кто такие музеологи. То есть и знаем, что вот место философии в культуре, что она помогает представителям самых разных специальностей и видов человеческой деятельности найти себя в современном мире и место своего понимать. Это уже, ну, культурное такое значение, правильно? Поэтому человек, который совсем не знает философию, он как бы, ну, не совсем культурен. Он культурен, конечно, но есть необходимость тут философски, как говорится, что-то доработать. Но поскольку вы историки, и поскольку вы изучаете историко-культурное наследие, вы изучаете его как мертвечину или хотите представить вот эти предметы, которые в музеях, да, которые являются предметом художественного наследия, как живые. То есть вам вы как мертвечину будете показывать? Или вот так будете в прошлом рассказывать, как о современном? Мы постараемся. Вот так постарайтесь. То есть надо взять в движение. Да? В изменение. А вы что такое изменение, знаете, нет? Ну, вот видите, какие-то затруднения, как вы собираетесь показать все движение изменения, а что такое изменение, мы не знаем. Ну, вы можете, конечно, мне возразить, сказать, а вы зачем сюда пришли, вы же лектор, вы давайте, чего вопросы задаете. Я могу тоже сказать, зачем я вопросы задаю. Я вопросы задаю, чтобы ваши головы, так сказать, ну, на них пытались ответить. Если они сами не отвечают, то я помогаю. То есть это вот совершенно необходимо задавать себе вопросы и другим вопросы, чтобы можно было подумать. А иначе, вот если просто, как говорится, я буду вам говорить, и будете записывать, и так же и забудете. А нежелательно. И у нас все-таки занятий достаточно много, чтобы мы уже и на занятиях это осваивали, а не только потом к экзамену. Ну, мы это скоро постигнем, что такое изменение. Ну, для того, чтобы, немножко забегая вперед, поскольку у нас сегодня первая лекция, вот я все-таки наводящие вопросы. Там вот молодой человек. Вас как зовут? Виктор.
Виктор, вот вы равны самому себе? Ну, если сравнивать. Нет, ну убираем сразу. Вы равны или нет? Что вы там начинаете? Да, да. Да или нет? Да. Да, ну хорошо. И вы все время равны самому себе? Нет. Нет. Тогда это другой к вам вопрос. Вы не равны самому себе? Получается, что да, не равен. Да, молодец. Вот правильно все ответил. Молодец, Виктор, вы победили. У вас имя такое, победитель, Виктор. То есть это вот мало кто так отвечает. То есть вы равны самому себе или не равны? Я только немножко, поясню, почему вы победили. Если считать, что вы только равны самому себе, то лекции мои бесполезны. Кстати, я читаю эти лекции, бесполезны они по двум причинам. Или вы такие, которые ничего не можете понять, или я такой лектор, который ничего не может объяснить. Поэтому, как вы пришли вот на лекцию, так с этим и уйдете. Был Виктор равен самому себе, и вот он остался. Вот. Некоторые это рассматривают так, что студенты виноваты. Говорят, у нас даже есть такой рассказ, анекдот преподавательский. Попались студенты, плохие, я говорю, раз им объяснил, не понимали. Второй раз объяснил, не понимали. Третий раз объяснил, не понимали. Четвертый, не понимали, и вот такие студенты не понимают. То есть, если вот считать, что вы равны самому себе, то нет чего слушать лекции, это бессмыслица. Потому что если вы равны, то вы что в начале лекции, что в конце, с какими знамями были, с такими остались. Правильно? Каким ты был, таким и остался. А если не равны самому себе, вот Виктор говорит, я не равен самому себе. Так, у вас документы есть с собой какие-нибудь? Есть. Ну, дайте их сюда, потому что тот человек, который Виктор, который был, его уже нет, вы же не равны самому себе. Отдайте их сюда, я сдам деканат. А вы будете новые себе получать, вы же другой человек. Он послушал лекции и стал другим человеком. Вот беда. Но вот не беда, а счастье состоит в том, что вот такой вот умение удержать противоположные утверждения в одном и составляет саму суть и ядро диалектики. Вот в формальной логике этого не допускается. Или вы равны, или вы не равны. А диалектика снимает это ограничение и говорит, на про каждое можно сказать, что он и равен, и не равен. И да, и нет. Вот с этим могу вам, поскольку мы в начале находимся пути, рассказать такой анекдот, рассказ небольшой. Но он такой довольно остроумный, о том, что изучает философия и чем отличается диалектика от недиалектики. Приехал в деревню философ. Ну, вот, как вот я, допустим. Встречает его дед, вот, допустим, как вот Виктор. Ну, уже солидный такой. И поскольку он человек местный, он спрашивает не местного, а вы кто такой? Я вот философ. А что вы делаете? Я диалектику изучаю. А что такое диалектика? Ну, я говорю, ну, дескать, что вы там можете понять? Он говорит, да нет, мы же народ грамотный, мы радио слушаем, телевидение, в интернет заходим. А вы, как грамотный человек, должны нам объяснить. Ну, хорошо. Вот идем. У вас баня есть в деревне? Есть. Идем мы с вами в баню. Ты грязный, я чистый, кому мыться? Ну, отвечай. Не, нет, дед, вот я чистый, мне чистоту поддерживать надо. А вон ты чего мыслишь, ты все равно грязный. Понял, дед? Вот. Дед говорит, понял. Это тезис. Можешь записать себе тезис. Второй раз мы идем в баню. Я чистый, а ты грязный. Кому мыться? Ну что ты мелешь, дед? Ты же грязный, посмотри на себя, весь какой грязный. Тебе надо мыться, а мне зачем мыться, я чистый. Понял, дед? Вот это антитезис. Но это не все, дед. Третий раз мы идем с тобой мыться, чтобы ты понял, что такое диалектика. Ты грязный, я чистый, кому мыться? Обоим. Дед говорит, ничего не понимаю. Вот, дед, это и есть диалектика.
А построение, вот тут рассуждение есть какое? Тезис, антитезис и вот эти два взятые в единстве – синтезис. И так построено. Если вы откроете главное произведение Гегеля, в котором содержится единственный компендий, как писал Энгельс, диалектики, то есть компендий – это кратчайший путь, прямая дорога, то там весь ход движения такой – тезис, антитезис, синтезис. Вот, скажем, три книги – «Бытие», «Сущность», «Понятие». Потом берешь бытие, а там качество, количество, мера. И так вот все разделяется на такие три части, в которых сначала делается утверждение, потом рассматривается противоположение, и потом берем в целом. Вот я уж поскольку... Виктор, вы не будете возражать, если будем мы с вами продолжать? Вы у нас как вот, да, так сказать, объект. Вас вы выиграли уже такой... победу одержали, потому что вы... Я вот первый раз встречаю студента, который спокойно ответил, и так правильно, и так правильно. Ну вот... Значит... Нам надо решить вопрос о том, с чего начать? Вот вы как бы начали. С чего? Философию, логику. Самое простое. С простого или с сложного? С простого. Правильно, с простого. А вы знаете, что такое сложное? Нет. А вы? Вот, понимаете, я вот вам знакомые слова сказал? Или кто-то не слышал таких слов? Вам знакомое слово сложное? Скажите, что такое сложное? А чего вы не знаете такое? Я вам скажу, чего вы не знаете, потому что вот этой вот привычки такой задумываться над содержанием нету. Это не такая проблема, правда, так сказать, это узнать. Но в данный момент, вот я вас как бы поймал на этом, нет. Что такое сложное? Вы не знаете, что такое сложное? Сложное – это непросто. А? Молодец. Это правильно. Сложное – это непростое. Уже хорошо, что отличает сложное от простого. То есть, наверное, сложное – это еще более простое, чем простое. Это же не будет уже простое. Значит, слушайте меня внимательно. Сложное – это сложенное из простых. То есть тут прямо вот, ну вот просится это все, вот в голову прямо просится. Но это же известно. Кто будет задумываться над тем, что известно, пишет Гегель? Никто и не задумывается. И поэтому люди с детскими представлениями доживают до глубоких седин. Так они и не знают, что это такое. Вот. У нас с вами задача вот осваивать философию, и вот слово «компендий», которое употребил Энгельс, означает, что это кратчайший путь, в латинском словаре так расшифровывается, прямая дорога. Хотя таких людей, которые изучают диалектику, идя прямым путем, не окольным, по каким-то плохим учебникам, по полубезграмотным книжкам на эту тему, их меньшинство. Большинство пытается вот окольными путями, по болотам, по каким-то горным тропам, кривым улицам это искать, и поэтому они никак не могут решить этой проблемы. А что писал вот Ленин по поводу... Ленин, я здесь беру эту фигуру как единственную фигуру, которую можно выставить в качестве мечты Платона. Платон был философ-идеалист, и он сказал, что вот, он написал книгу о государстве и сказал, что вот государством должны управлять философы. Вот из всех государственных деятелей, которые были в те в старые времена и в новые времена, есть один человек, Ленин, который прочитал и законспектировал науку логики Гегеля, то есть штудировал науку логики Гегеля и оставил нам в наследие, вот для сохранения историко-культурного наследия, в 29-м томе полного собрания сочинений конспект науки логики, который я вам очень рекомендую. Во-первых, Гегель – гениальный человек, Ленин – гениальный человек. Вы, так сказать, как бы читая этот конспект, вы приобщаетесь сразу к двум гениальным людям. Общение с умными людьми
бесследно не проходит. Ну, к плохому это не приведет. И вот Ленин для себя очень много узнал, когда он начал уже изучать в 14 году науку логики. Ему уже было 44 года. Гораздо, вот Виктор, он был старше, чем вы. Вы Ленина можете обогнать здесь по всем статьям. И вот он обнаружил. А до этого он читал «Капитал», для этого он читал всякие философские произведения Маркса и Энгельса. Он для себя обнаружил, что нельзя вполне понять «Капитала» Маркса. Я цитирую из 29-го. И особенно его первой главы. «Не поняв и не проштудировав всей логики Гегеля». Поэтому никто из марксистов не понял Маркса и полвека спустя. И вот товарищ Ленин в 44-м году жизни, он уже был лидер партии, которая вот за 3 года отделяла от победы революции. Вот он приходит к такому выводу. И дальше вот он с этой мыслью неоднократно обращался потом к товарищам по партии. Например, он писал в 3-м номере журнала «Под знаменем марксизма», такой журнал стали издавать после революции, специально посвященный тому, чтобы материалистически истолковывать диалектику Гегеля и применять ее к различным явлениям общественным. И вот в 3-м номере статья Ленина о значении воинствующего материализма. Говорит, наш материализм будет не сражающимся, а сражаемым, и он не устоит перед натиском реакции лжи, если мы не изучим, не освоим, материалистически не истолкуем, с учетом «Капитала» Маркса и других произведений, там, Энгельса, и с учетом истории, науки, техники и общества, в том числе истории. Нельзя изучить диалектику без истории, материалистически ее представить. И все мы должны стать обществом друзей гегелевской диалектики. Вот так он поставил вопрос. Поставить-то он поставил. Но кого вы назовете, кроме Ленина, из государственных деятелей, которые бы изучили науку логики Гегеля, товарищи историки? Сохранять некого. Кроме Ленина сохранять некого. Мы бы поставили кого-нибудь тоже, а некого. Потому что вот в последних письмах Ленин пишет, перебирает кандидатуры Центральный комитет, ну и дает им оценки, скажем, Троцкий не большевизм, там, Пятаков хватает администраторским увлечением к делу. Так, кто там еще? Вот, говорит, Бухарин, любимец партии. Законно считается теоретиком партии, но никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики. Поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Так. Любимец партии. У нас таких любимцев много. То Никита Сергеевич Хрущев был, верен ленинец, любимец. То одно время Ельцин был любимцем. Он наш, поскольку он выпивает. И так далее. То Михаил Сергеевич начал болтать сначала, потому что Брежнев вообще только зачитывал. А этот болтает и болтает, без как обрадовались все. А что болтает, не разбирали. А вот что такое перестройка? Можете расшифровать? Перестройка. Или, короче, перестрой. Вот вдумайтесь в значение этого слова. Что такое перестрой? Это сначала уничтожить то, что построили, а потом построить заново. Да. Или изменить просто один строй и другой. Вот так и у нас был строй какой? Один социалистический стал капиталистический. Это же перестрой? Прямо и сказано было, у нас, говорит, перестройка. Потом приходил, приставал ко всем. Вы за перестройку? Все как неудобно. Да. Ну вот, а как может быть просто за перестройку? Вот у нас есть манеж, выставочный зал, да? Это опять сохранение истории. Это наша область, да? А это раньше что было, товарищи историки? Что за здание? Что там было построено? Коней не видите рядом? Конюшня была? Конечно. Конюшню перестроили в манеж. Это, вы за такую перестройку поддерживаете? Почему бы нет? Почему бы нет? А если скажут, давайте перестроим вот этот манеж, несмотря на то, что есть вот люди, которые обучаются, сохраняются, собираются наследие, а мы его обратно в конюшню
перестроим. Вы за такую перестройку? Нет. Вот был Кремль в Москве деревянный, а перестроились такой красивый каменный Кремль, да? Памятник вообще истории, культуры. Замечательный. А если обратно его сейчас скажут, давайте перестроим в деревянный. То есть можно ли вообще говорить о том, что я за перестройку или против, без указания того, а что, вот как вы правильно сказали, да, это мы сломаем, первая часть получится отлично, как всегда. Вот со второй, там еще, а на второй уже денег не хватит, уже деньги растащат все, и все на этом закончится. А вот потом, когда пришел Ельцин, то были другие задачи, значит, реформирование нашлось. Вы за реформирование или против реформирования? Не слышу ответа. Тяжелый вопрос. Тяжелый. А вы? Сложно ответить. Сложно ответить. Что-то вы не, это, не готовитесь в дипломаты? Нет? Вот дипломаты так отвечают. Так и все. Там вот, кстати, Захаровое место освободится, и можно будет тоже там поучаствовать. Так вы за реформирование или против реформирования? Вы за реформу или против реформ? Я хочу узнать. Посмотри. Какие реформы? Видишь, какие въедливые эти историки. Правильный ответ, конечно. Смотря какие реформы. А что такое реформа? Это изменение формы. Да? Угу. Взять вас, вот если взять и остричь вас наголо, это же будет изменение формы. Вы за такую реформу? Вот товарищ, он сразу сказал, нет, сначала посмотрим. Ну, ходили люди, говорят, вы за реформу, давайте реформируем. Как можно заниматься реформированием, если нет никакой светлой идеи, ни мысли, ничего? А скажите, а форма содержательна? Форма содержательна? Или можно форму менять, содержание не затрагивается? Как вот с точки зрения диалектики, как вы думаете? Ну вот кожа ваша, если ее не будет, вы живые будете, нет, если? Бывают такие вот. Я был, не по счастью, а по беде, в ожоговой больнице на Боткинской улице. Ну вот я хорошо отделался, у меня всего лишь натрий сгорел в кармане, третьей степени ожог. Это которые уже, когда лопнут пузыри, уже просто идет красное все. А следующее уже четвертое, это когда обугливание. Там вот я, ходили люди с отгоревшими руками и так далее, я их наблюдал. И вот там я узнал, что если 60% кожи поражено ожогом, человек умирает. Ну, кожа не главная, у вас же мозг главный. У вас тоже, наверное, мозг. Мозг, сердце, там, все очень важное, все. А кожа, ну что кожа? Вот нет кожи, все, конец. То есть для того, чтобы человек... Вот поэтому изменение формы, вот там у вас и бдительный товарищ вот сидит, он понимает, что можно так форму изменить. А чего вы вот сидите? Вот? А вы сядьте вот головой сюда, а ноги туда. Это будет изменение формы. И я пиджак могу, вот этот вот будет, вот разрез будет сзади, а руки сюда просуну. А что плохо? Вы скажете, что это, товарищ? Ну, я за новое. Такое никто еще не видел. Причем, ну, мне-то никто ничего не скажет. Да это профессора, что вы с них спрашиваете, они такие есть. Ну, он просто не вспомнил, как надевать. Он сегодня не вспомнит, завтра вспомнит, завтра оденет по-другому. Это нормально. Сейчас я одену сковороду. Это вот студентов начинают обличать, и даже... Говорят, что, сказать, как раньше был такой советский анекдот про моралку. Дескать, вот, если это академик, он жизнелюб. Если профессор, весельчак, доцент, балагур, а ассистент – морально растленный тип. Так, ну вот. Так что мы с вами убеждаемся, в чем... В том, что без философии человек, он вот действительно не вполне культурен. То есть я же вам вопросы задаю какие вроде? Обычные такие, простые вопросы, которые все должны, культурные люди должны на них отвечать сходу. Но без философии, на самом деле, на них трудно ответить, потому что вот простые такие вроде бы понятия и часто употребляемые, они вот такими являются понятиями, которые не обдуманы у большинства людей. И поэтому вот это вот отсутствие культуры, оно связано с недостаточным обучением философии. Ее иначе не преодолеешь. Так.
Ну вот, так сказать, я думаю, что то, что философия – явление культуры, я думаю, что некоторые я вам соображения представил, и вы не будете с этим спорить. Вот. Есть такое понятие – мировоззрение, которое тесно связано с философией. Что такое мировоззрение? Это совокупность взглядов на мир, оценок, норм и установок, определяющих отношение человека к миру и выступающих в качестве ориентиров и регуляторов его поведения. Это сложное, то есть интегральное образование, включающее в себя такие компоненты, как познавательный, ценностно-нормативный, эмоционально-волевой, практический, мировоззрение. То есть, а что такое мировоззрение? Кратко, если. Взгляд на мир. Взгляд на мир и на свое место в мире, и на свое положение в мире, и на свои действия в мире, и на то, как мир на меня воздействует. То есть, на самом деле, мировоззрений последовательных очень мало. Вот, скажем, единственное мировоззрение было построено во всем мире, построено на философии, это было вот в Советском Союзе мировоззрение коммунистическое. В основе его лежала гегелевская философия, а в основе мировоззрений и позиций, и идеологии любых других государств, что идет религия, то та или иная ветвь религии. Так исторически сложилось. И вот на родине Гегеля, основой идеологии является христианская религия, а вовсе не какая-нибудь наука. Нет такого больше государства, кроме вот Советского Союза, не было, где бы в основе лежала наука. Но причем Гегель сам по себе идеалист, и, как говорится, это все знали, и тем не менее в нем, вот с точки зрения сохранения историко-культурного наследия, зерно, так сказать, диалектику в Гегеле взяли и положили в основу идеологии. Есть такая книга, очень интересная, «Гегель и судьба России». Она вот как раз в духе вот этого взгляда на мировоззрение. Вот в этой книге он как раз на это обращает внимание, Сумин такой, что единственной страной, где философия лежала в основе идеологии, вот был Советский Союз. И во многом она и сейчас, ведь картина такая же. Почему? Потому что, скажем, что касается самой диалектики, она безразлична к тому, кто ее будет использовать. Будут ее использовать там в буржуазных целях, или будут ее использовать в коммунистических целях. И у нас, как вы знаете, на сегодняшний день, согласно Конституции, государственной идеологии нет. Поэтому вы можете надеяться, что будет идеология музеологов государственной. Другие кафедры могут надеяться, что их точка зрения победит и так далее. То есть нету государственной идеологии. И тем более в условиях отсутствия государственной идеологии надо понимать, что на самом деле есть вот такая противоположность. Если, скажем, вы возьмете коммунизм, будете рассматривать как идеологию, ему противостоял антикоммунизм. Антикоммунизм есть как какое-то цельное, там, стройное, мировоззренческое выраженное учение? Нету такого. То есть то, что вот анти, оно не представляет ничего целого, оно как бы, вот, скажем, если коммунистическая идеология перестает быть господствующей, антикоммунизм куда-то пропадает. А как он может не пропасть? Ну, если нет, или, скажем, коммунистов у нас мало. Коммунистическая идеология не господствующая. Что вы будете ходить и отрицать? Я против. А те, кто я против, они ничего позитивного не представляют. Поэтому выяснилось, что, скажем, вот в буржуазной России антикоммунизм не может стать идеологией. А что может? Ну, какое-то надо такое учение любое, которое бы хоть объясняло мир. Хоть как-нибудь. И что оказалось? Что альтернативой коммунистическому мировоззрению является религиозное миросозерцание. Там все понятно. Откуда взялась земля? Бог создал. Если у вас успехи, значит, с Божьей помощью. А если неудачи, черт попутал. Все объяснено. Если вам сейчас трудно, ничего потом.
После смерти будет легко, вы попадете в рай, Виктор. Вот они в ад попадут, а вы попадете в рай. Ну хорошо же. Потом, ну я не знаю, вы вот, хоть вы сохраняете историко-культурное наследие, вы Библию прочитали, нет? Читали? Я вот ее прочитал. Ну, мне просто как-то, ну вот с точки зрения вот этой исторической, и с точки зрения историко-культурного наследия, ну это же наследие, так сказать, человечества, правильно? Читать ее было трудно, я в Думе купил каноническое издание, такое толстое, оно у меня дома лежит. И летом, когда у меня отпуск, я у сестры на даче, где от Кировского завода у них дача, там делают кингстоны, там на Мшинской, болотистая местность, и поэтому там погреб не сделаешь, там все плывет. Поэтому, значит, делают такие короба металлические с двумя трубами, и эти короба, так сказать, вот под дом помещают, и в них хранят там овощи. Ну, для этого надо вырыть, ну, на глубину 5 метров. Вот я, значит, такую задачу решал. Думаю, вот как раз хорошо. Я сейчас вот взял лопату, тележку и тачку. И вывозил глину и копал на 5 метров глубины. Ну, 5 метров не выкинешь оттуда землю. Значит, надо 2,5 метра, еще 2,5 метра. Ступеньки я сделал. Детишки приходили, бегали, там пластилин брали, потому что уже там пошла сначала желтая глина, потом синяя кембрийская, потом красная. Вот это красная была. Просто готовый пластилин, прям бери и лепи. Но я вот строго держался того, что 2 часа я рою, и 2 часа считаю Библию. И вот товарищ, который у меня получал эту глину, сосед, она ему нужна была. Он говорит, ну давай еще везде. Я говорю, не, у меня сейчас Библия. Все, я 2 часа, вот у меня вот строго по часам. 2 часа. И, а когда вы это еще привезешь? Ну, говорю, вот почитаю Библию, через 2 часа привезу себе еще. Ну, только начну вести. Вот накопаю и привезу. В общем, прочитал я Библию. Ну, потратил я на это дело 2 недели. На то, чтобы сразу решить 2 задачи, так сказать. Выкопать эту яму. И там теперь все хорошо. И прочитать Библию. И вот интересно мне было, вот как-то однажды, поскольку у меня такое наследие уже было, как-то мы на субботнике в Саблино, там есть музей Ульяновых и Елизаровых, вот мы его сохраняем, участвуем. Мои студенты-историки подарили туда портрет Ленина и портрет Елизарова, он там висит, в доме, восстановленном после пожара. И вот идут свидетели Еговы. И вот они пристали к нашим товарищам, дескать, а вот, вот как вы относитесь к Библии, а они, значит, посылают ко мне. Там вот Михаил Васильевич, идите к нему, спрашивайте. Ну вот, подходит ко мне, знаете, они с книжками идут, такие вот свидетели, я говорю, а вы, говорит, книгу Библии ко мне подходит, здрасте, здрасте, а вы как? Очень интересная книга, полезная, невозможно. Это же исторический документ. То есть вам очень нравится? Очень. Я говорю, а вы кто такие? Они говорят, мы свидетели Еговы. Я говорю, что, и видели его? Нет. Ну так вы тогда уже свидетели. Кто вы такие? Они как сразу книжки под мышку и... Ну, за свидетель. Нам, знаешь, что такое свидетель, правда? Если вы не видели, какой вы свидетель? Вот кто, кто на моей лекции сейчас вот находится, тот свидетель. А там, кто не находится, тот не свидетель. Мало ли, что они скажут там, что я вот Виктора бил, или Виктор меня бил. Нет, этого не было. У нас свидетели есть. Правда, вот следователи говорят, что свидетели обычно не точно всегда излагают. Я, говорит, не знаю ни одного свидетеля, который точно излагал, что было. Поэтому всегда берут трое и сопоставляют с другими фактами. Потому что иначе могут, такое мне может привидеться про вас или вас, про меня. И главное, вот кажется, что так вот точно и было. Ну вот, поэтому на самом деле 2 мировоззрения присутствуют на сегодняшний день. Я бы мог вам сказать что-то третье, но... Другое дело, что и в самой философии есть противоположные течения. Противоположные. Как они называются? Знаете?
крупное деление всех философов на две партии. Партия – это часть, часть. Диалектика, метафизика. Ну, это тоже есть такое деление, диалектика, метафизика. И вы тут, так сказать, я не могу сказать, что вы не правы, есть такое деление. Но это не самое главное деление. Самое главное деление по тому, как отвечают философы на основной вопрос философии. Вот надо запомнить, что такое основной вопрос философии. Что такое основной вопрос философии? Основной вопрос философии – это вопрос о том, что первично, а что вторично. Бытие или сознание. Вот одни философы отвечают на этот вопрос, что бытие первично, а сознание – вторично. Бытие имеется в виду материя первична, а сознание вторично. А другие говорят, сознание первично, идея первична, а материя, она из порождения идеи. Если вы думаете, что это в прошлом, это не в прошлом. Вот я, поскольку участвую в научных конференциях. У нас однажды в ОПК была конференция, там актовый зал. ОПК – это переулок Декабристов, 16, наш университетский институт, который закрыли, поскольку решили, хватит уже повышать квалификацию и переподготавливать. Идет там конференция по онтологии. Я на этой конференции возглавлял секцию. Онтология, знаете, что такое? Это вы можете и не знать. А вы знаете, выдает. Что это? Мы все знаем. Да, а что такое? Раз все, значит и вы. Логично? Логично. Что такое онтология? Наука о бытии. Да, наука о бытии, правильно. Молодец. Ты смотри, так а что я тут лекции вам читаю? Может, вы лекции можете же читать? У нас был курс. Вот. И вот. А у вас был курс, да? Так и назывался, онтологический? У нас философия онтологии курс был. А, ну прекрасно. Ну ничего, мы не сильно будем пересекаться. И вот наш известный профессор, один молодой, выступает и целый час делает доклад о том, что вот о новых веяниях философии, что вот если предметы не наделены смыслом, то их и нет. Ну, скажем, у вас какие предметы? Ну, тетрадка, там, книжка, ручка. Смысл есть же в этой ручке? Смысл есть? Ну, вот если они смысла не наделены, то их и нет. И вот он целый час это рассказывает. Я потом задаю ему вопрос. Говорю, Игорь Иванович, дорогой, а кто это? Я правильно вас понял, что вот если предметы не наделены смыслом, то их и нет? Да? Он говорит, да. Понятно, а кто наделяет смыслом? Ну, вы, я или трансцендентные? Ну так, не принято уже сейчас философу говорить Бог. Как бы не культурно, как бы не уж прямо, не религиозненький же, но ну, трансцендентные. Есть три уровня бытия там. Материя, сознание и трансцендентные. Ну не черти там, не ангелы, ну как вот трансцендентные. Он говорит, ну да. Хорошо, говорю, значит, если вот это вот не наделило этих самых, эти предметы, они не наделены смыслом, то их и нет. Игорь Иванович, если их нет, то нечего и наделять. Логично? Тот говорит, Михаил Васильевич, зачем вы так? Я говорю, а умища-то куда я могу деть? Куда? Ну, если нет, если они не наделены смыслом, то их и нет. А раз их нет, что будешь наделять? То есть люди вот... Но это субъективный идеализм. Все зависит от головы. И человек куда-то туда идет. Смысла, если нет, то их и нет. Или могу вам еще один пример, чтобы вы понимали, что не все в философии. Я вот говорю, что у вас то нехорошо, и это нехорошо, этого не знаете. У нас вот один товарищ, очень уважаемый, заведовал кафедрой нашей, выступает и говорит к 70-летию. Доклад. Ну, как-то надо 70-летие докладом отметить. Скриптизация авось бытия.
Поняли? Ну, где вам понять историком? Философия же. Ну, скриптизация ось бытия. Мой коллега, профессор Казенов, который учился на этой кафедре нашей, говорит, начал ругаться, нехорошо, не буду передавать. Я говорю, не надо, вот, вот нас учили, диалектика учит того, что надо идти хвалить, я пойду хвалить. Я выхожу, ну, там все как-то так не знают, как реагировать. Ну, я знаю, как реагировать, я выхожу. Говорю, вот доклад интересно называется. Скриптизация ось бытия. Ну, скажу честно, что я сначала думал, что это какая-то ахинея. А потом начал думать, ну, не может же быть, чтобы такой выдающийся человек понес просто ахинею. Там, наверное, какой-то есть глубокий смысл. И я начал пытаться расшифровывать. Вот первое слово я сразу расшифровал. Скриптизация. Ничего мне, ни о чем не говорит. Заданный алгоритм скриптизации. Скрипт по скрипту. Это описание. Ну, описание, что тут непонятно. Это я говорю, все понял. А, ну, а дальше уже само пошло. Авось бытие. Вот оно, открытие-то философское. Вот раньше думали, вот вы изучали бытие. Какое сейчас бытие? Вот вы выйдете, вы не знаете, живой придете домой, не живой. Знаете, какая преступность в городе? Правда же? Потом никто же песком не посыпает. Упадешь, разобьешь голову, будешь в больнице. Это авось бытие. Авось дойдешь до дома, авось не дойдешь. Сейчас все авось. Все, вось. Это новое открытие. Не просто вот есть или нет. С какой вероятностью есть? Это вообще соединение теории вероятности и онтологии. То есть это колоссальный шаг вперед. Но! Я говорю, все-таки мы же диалектики. А как это? А вось есть, а где вторая категория противоположная? Нету. Я говорю, надо взять вторую. Вот поэтому я вот приветствую такой доклад. Но я бы предложил все-таки дополнительную категорию. Вот, скажем, вторая категория – небось бытие. Только надо очень это все говорить. Я очень строго говорил, не улыбался. И сейчас стараюсь не улыбаться. Серьезно. Потому что, вот смотрите, эта категория авось бытие – это категория философии природы. Авось бытие будет, не будет, с какой вероятностью. А вот небось бытие – это категория уже социальной философии. Небось будет. Чувствуете? В нем такой оптимизм такой социальный. Заряд такой социальный есть. Вот если ее взять, то будет все хорошо. Ну, поскольку я профессор, так сказать, а там сидели доценты, они так смотрят. Ну, я не улыбался, конечно, так все, все хорошо прошло. Но мы сейчас говорим о том, что при всякой, так сказать, всяких путаницах и перепутаницах и разных всяких течениях философии есть, тем не менее, очень строгое деление на материалистов и идеалистов. Но есть всякие путаники, они всегда были. Вот кто хочет прочитать про путаников, нет лучшей книги, чем книга товарища Ленина, которая называется «Материализм и эмпирикритицизм». Там он перебирает. Сначала он рассказывает, что такое материализм, что такое идеализм. Выделяет потом субъективный идеализм, сейчас я о нем скажу. Материализм и эмпирикритицизм. Что такое субъективный идеализм? Вот, вот посмотрите на меня, вы смотрите на меня, а я на вас смотрю. А когда я на вас смотрю, то вы ко мне являетесь в виде зрительных образов, правильно? И я еще могу подойти и потрогать сейчас. Мне кажется, или он на самом деле? Он нет, видите? То есть в виде еще осязания. А если вы что, скажите что-нибудь, пожалуйста. Я здесь. Вот, он сказал, я уже через уши. Короче говоря, все ко мне попадает, все, что ко мне попадает, только через мои органы чувств. Поэтому можно считать, что вас нет. А все это все в моих органах чувств, в моих ощущениях. Что никаких вот ни этих скамеек тут нету, ни вас нету. Вы просто комплекс моих ощущений. Ну или проще, я сегодня плохо спал, и вы мне приснились все. И сейчас снитесь. И сейчас вы во сне. Попробуйте меня опровергнуть. Вы будете опровергать? Я говорю, ну что вы будете опровергать? Вы у меня просто вот... Я же вот когда сон вижу, у меня и глаза-то закрыты. Я как закрою глаза, а вы просто вот еще ярче передо мной все. Можно опровергнуть эту философию? Просто. Невозможно ее опровергнуть, потому что вы меня будете опровергать, а я говорю, да вас же нету. Вы просто у меня вот
Вот я даже пытался до вас достучаться, но все равно это мои ощущения. Это вам кажется, что я до вас дотронулся, а вообще-то это просто мое ощущение в руке. А сейчас в глазах, а сейчас в ушах. Вот и все. Это называется солипсизм, субъективный идеализм, солипсизм. Он экзотический, но на самом деле люди не специалисты там по философии, они стихийно очень многие. Я так считаю. Я так вижу, он так видит. Вот я вижу, что вы, Виктор, что вы крокодил. Что вы можете по этому поводу сказать? А вы можете сказать примерно то же самое. А я вижу, что вы удав. И так мы обменялись мнением. Потому что если я говорю, не доказываю, что вы крокодил, а вот вы мне представляетесь крокодилом, что думаю, как вы можете меня переспорить? Понимаете? То есть я ухожу от знаний. А знание – это соответствие понятия объекту, истина, соответствие понятия объекту. Если я от этого ухожу и заявляю, что мне кажется, что до Луны 50 километров. Я уже в многих местах заявлял и собираюсь туда пойти. Но как-то все не досуг. Вот. Пойдемте со мной, 50 километров – недолго жить, к вечеру придем. Правда, нам вот астрономию преподавали, когда я учился на матмехе, и доказывали, что 300 тысяч, но я этому не верю. Мало ли чего астрономы могут придумать. Они там ходят со своими телескопами, мало ли чего им привидится. Правильно? А мне кажется, что вот 50. То есть, если человек встает на эту субъективную точку зрения, с ним ничего не поделаешь. Вот я приду на экзамен, и я буду вас спрашивать. А вы скажете, а мне вот, что хотите там, говорите, дескать. А я считаю вот так. Ну, мы так спорим, но поскольку я ведь ставить буду оценку, я буду ставить двойку. Я говорю, вам-то все равно. Вы-то считаете, что вам пятерка. Вы считаете, что меня нету, и это я только вам приснился, что я ставлю вам двойку. И то, что вас сейчас отсюда из университета погонят, это тоже вам приснилось. То есть стойте на своем, и все будет хорошо. Ну вот эта книга у Ленина построена так. Сначала рассматривается, что такое материализм, что такое идеализм, что такое субъективный идеализм. А потом разбирает те течения, которые у физиков Маха, Авенариуса и прочих разных всяких путаников в области философии, им объясняет, что или вы все-таки стоите с точки зрения материализма, или с точки зрения идеализма. А когда у вас каша, то эта кашеобразность, она ничего вообще не дает. И он показывает, что основная масса новых, современных, так называемых, течений, в том числе естествознаний, естествоиспытателей, и это кашеобразная философия, которая ни материализм, ни идеализм, и которая никаким выводом привести не может, и к наукой считаться не может. И вот у меня была такая ситуация, что я... Раньше у нас не такое время было, как сейчас. Сейчас вот если вы захотите досрочно сдать экзамен, вам дадут направление? Вот завтра хотите мне сказать, что я вот все понял вас, завтра я хочу, в следующий раз я вот хочу вам сдать экзамен по философии. Вот Виктор, он Виктор же, он уже на один вопрос ответил, уже у него половина экзамена уже есть. Вот, он говорит, я вас за язык не тянул, вы же сами сказали, что я единственный студент, который правильно ответил на этот вопрос. Ну так давайте тогда экзамен. Я говорю, давайте, несите направление. Говорит, направление не дают. Вот мы учились, вот и мой коллега здесь присутствует, тоже матмех кончал. Мы на одном курсе учились. У нас было так. Идешь в деканат, тебе сразу выписывают направление, подходишь к преподавателю и договариваешься, когда сдавать. Он говорит, ну, хотите вечером, хотите завтра, хотите через неделю. Вы сдаете, больше не ходите на это занятие. Потом второе, потом третье. Я так, например, на первом курсе сдал все экзамены до 1 июня, и все сдавали потом экзамены, а я поехал в пионервожатку, в пионерлагерь, купался там с ребятами. Хорошо было, тепло, солнышко. В чем проблема? Сейчас это же целая история. Сейчас, конечно, я могу такое устроить, чтобы вы досрочно сдали. Это означает, что вы ко мне придете, будет неофициальный экзамен, я на вас на бумажке напишу, что вам отлично. Вот вы с этой бумажкой и со своей ведомостью придете, когда будет экзамен, я тогда ведомость впишу и тогда в зачетку. А до этого никто об этом не узнает. Потому что это как это? А вдруг вы быстро все сдадите, потом вы станете кандидатом, доктором и меня обойдете? Надо вас тормозить, потому что это вот, ну, я знаю, что вы хотите все наши места занять, все наши кресла отнять. Это страшное дело. Вот особенно опасный человек сидит, он уже правильно отвечает на вопросы.
Вот ведь какая картина. Попутно мы с вами поставили вопрос об истине. Истина – это соответствие понятия объекту. Поэтому вот для материализма диалектического характерно, что мир не просто, так сказать, есть, материя есть, но она и познаваема. То есть можно понять. Но если она непознаваема, есть такие вот философские концепции, что сказать, это непознаваемо. А что такое непознаваемо? Как это перевести? Сейчас надо перевести на иностранный русский язык. Агностицизм. Гнозис – это знание, а – это отрицание. Агностики – это те, которые утверждают, что это непознаваемо. Это самая хорошая философия. Я вам советую ей вооружиться, потому что ничего тогда не надо. Раз непознаваемо, то и не надо изучать. Все, нет проблем. Это все равно не познаешь. Зачем изучать? Чего сюда пришли, если вы агностики? Агностики бы сразу вышли. Зачем изучать, если все равно ничего невозможно узнать. Целое такое течение агностицизм. Ну, например, вы знаете Канта. Он вроде бы считается не представителем агностицизма, но известен своей такой категорией, как вещь в себе. Я скажу, вот вы для меня вещь в себе. Узнать я не могу, кто вы, что вы, как вы. И на экзамене бесполезно вас спрашивать, все равно не узнаю, знаете вы или не знаете. То есть вы для меня вещь в себе. Проникнуть нельзя. А если нельзя проникнуть, и вот и ходили с этим, и модно это было в кантовские времена. То есть такая наука, которая ничего не может познать. Она не может проникнуть в сущность явления. Раз она не может проникнуть, какая она наука? Никакая не наука. И вот это пока до Гегеля не дошло, до умного человека, или просто гениального, который очень гениально с этим расправился, с этой его точки зрения. Он сказал, ну как мы не знаем? Мы очень хорошо знаем, что такое вещь в себе. Это то, о чем ничего нельзя знать, ничего нельзя в нем понять, ничего нельзя в нем разобрать. Это просто пустая, неживая, никчемная абстракция. А весь смысл науки в постижении мира, в постижении... Хотя мир, Гегель понимал, как творение идеи, но тем не менее мир постижим. И в итоге познания мира идея приходит сама к себе, идея к идее. Он идеалист был. Так что и сейчас, так сказать, некоторые, ну, это невозможно узнать. Ну, как вот невозможно узнать? Может, времени сейчас нет, или мы сейчас этим не занимаемся. А принципиально, если невозможно узнать, то это агностицизм, это уже философская концепция. Или, вот я вам рассказываю, а вы так, Виктор, на меня смотрите, так скептически. А что такое скептически? То есть сомневаюсь я. Да? Вот. Причем он может на Маркса сослаться. Маркс писал, все подвергай сомнению. А вот те, кто все-все подвергает сомнению, и так в этом сомнении застревают. Как называется? Скептики. И есть целое течение, скептицизм. То есть они один момент в познании очень ценный такой, что ну, надо вообще-то вот все-таки вот вы так критически должны смотреть и не сразу хватать то, что я вам скажу, а так критически оценивать с известной долей скепсиса. То есть, чтобы проверить это. Они вот этот необходимый момент возводят в принцип, и то есть вообще ничего нельзя познать, это, ну, это сомнительно. Я спрашиваю, сколько дважды два четыре, а вы говорите, сомнительно. А 3×3=9? Нет, сомнительно. А треугольник – это фигура из трех или из четырех, с тремя углами? С трех? Нет, сомнительно. Все сомнительно. И тогда, так сказать, как бы все растворяется, и нету никакого знания. То есть это вот ответвление, а не то, что мы в жизни имеем у разных людей, даже малограмотных, как необразованных, но они так себя ведут. Это превращается в некоторую концепцию. Хочу привести вам пример. Вы «Эхо Москвы» знаете, да? Вот чаще всего там мы слышим особое мнение. Вы вот сюда в университет пришли за знанием или за мнением? Но если мнение – это ваше знание, товарищ студент, ни хрена не значит. Потому что я профессор, доктор наук. А вы-то кто такой? Вот когда станете профессором, тогда ваше мнение будет ценным. А если речь идет о знании, то профессор или не профессор не имеет никакого значения. Все имеет значение только одно. Вот правильно вы сформулируете или неправильно? Если я сделаю неправильно, а профессор, ну еще, ну постыдно даже мне быть профессором, если я даже такие вещи не понимаю.
То есть можно ли мнение выставлять? Мы за знанием пришли, а не за мнением. А знание – соответствие понятия объекту. А если оно тем более особое? Я уже говорил, что у меня мнение, что вы крокодил. Вам нравится такое мнение? Но это особое, особое. Оно же сейчас особо ценное. Только специально приглашаю, чтобы послушать особое мнение. Я на экзамене у вас буду не мнение спрашивать, я буду спрашивать знания. И про вопросы указаны. Я сразу предупреждаю. Вот это у меня такое особое мнение, что надо требовать знания. А сейчас, значит, там есть такой журнал «Дилетант» называется. И вот как это все с музыкой. Дилетант, дилетант, дилетант. И кто такой дилетант? Скажите, пожалуйста, дилетант, а ты кто? Непрофессионал. Не только непрофессионал, вообще не разбирается в этом деле. Ни в чем не разбирается, это дилетанты. Это хитрые люди, так себя называют. То есть они после того, как они называют, что-то у нас журнал «Дилетант», у нас программа «Дилетант», то есть они выступают, мелят всякую чушь. Ну, не только чушь, но всегда, как всегда, в этом, в каждой куче навоза можно найти и зерна. Так что если кто-то будет настаивать, что там не все чушь, я спорить не буду. И даже я предложил бы эти зерна оттуда достать, промыть, смолоть из них муку, сделать себе пирожки и кушать. А мы уж будем просто сеять пшеницу и оттуда комбайнами убирать. Ну, каждый свое находит. Ну, разгребайте, или можете всю жизнь разгребать мусорные кучи, потому что там всегда что-то есть. Некоторые люди там живут на помойках сейчас, там чего только нет, и чего только не выкидывают, и ковры, и книги такие хорошие. Вот где сохраняется эта культурная наследие. Ну, там они исследуют его. И пропагандируют, но не сильно. То есть как раз наоборот, они так стараются не широко, чтобы там места есть такие, которые они знают. Вот. Дилетант. Видишь ли, чем люди занимаются? То есть приучить людей к тому, чтобы люди, не разбирающиеся по этим вопросам, выступали и были бы учителями молодежи. А вы вот целых 4 года должны сидеть. И ради чего? Если дилетантизм процветает, так зачем сидеть 4 года? Сразу вам диплом. И, значит, как там? Историк-дилетант вам такой. Музеолог. Музеолог-дилетант. Красота. Виктор музеолог-дилетант. Победил в конкурсе дилетантов. Лучше всего не знает то, что он изучал. Ну, это если бы это вот не было, это же явление, это же крупнейшая радиостанция, все время вещает, круглосуточная. Я даже на этой радиостанции выступал по поводу событий 91-го года. Даже проверил, они мне тоже слово дали. После этого я посмотрел, и на сайте у них висит. Вот, то есть там Лев Гольштейн у меня брал интервью о событиях 91-го года в Санкт-Петербурге. Вот. Правда, тогда, когда должны были передачу эту ставить, она не пошла, почему-то пошла другая. Я ему позвонил, говорю, а что у вас такое с демократией, как на эхо? Ой, это ошибка, тут у нас что-то перепутал. В следующий раз было, да, все в порядке. Так что вот надо понимать, что то, что мы изучаем, как просто отдельные философские концепции, они в нашей жизни присутствуют. И вам нужно, как вот музеологам, еще от не просто сохранять историю культурную, а от барахла и от всякой мути, и от всякой дряни, от мусора освобождаться. Вы же, если мусор вы будете собирать, это тоже сохранение, это тоже музеологи, нет? Вот у меня дома, например, есть такой чемодан, в который я скидываю то, что жалко выбросить. А вдруг пригодится, там что там только нет, всякие железяки там и прочее. И вот если, это тоже можно сказать, как музей. Но это не общественное учреждение, поэтому под понятие не проходит. А я хотел вот выдать. Потому что мне вот некоторые наши-то философы, музеологи так и говорят, это вот собрание вот всяких ценностей. Вот у меня очень ценное такое собрание есть. Целый чемодан. Вот я хоть буду знать, что это музей у меня дома, а я думал, что это просто чемодан. Так, ну вот, значит, есть деление по основному вопросу философии на материализм и идеализм. И это, конечно, проявляется в культуре очень широко. То есть вы можете видеть, то есть люди
в обычной жизни являются носителями каких взглядов? Ну, те, кто получили образование, они таких передовых. Вот будем надеяться, что у вас будет передовое такое образование философское. А если у вас нет его, это не значит, что люди без философии. Они кормятся остатками умерших философских взглядов. То есть они как-то распространяются. Кто-то высказывается, говорит, и поэтому есть и скептики, и агностики, и субъективные идеалисты, есть материалисты, что угодно. Вот в Библии я эту тему и не закончил, начал и не закончил. В Библии написано, что, и это вот пропагандируется сейчас, смотрите, как вот в Библии там почти вот за бедных был Христос. Вот там написано, что богатому не попасть в рай. Легче верблюду пройти через угольное ушко, чем богатому войти в рай. Вот я это начитался этого и делаю вывод. Так, давайте-ка, ребята, денежки мне сдавайте все. Вот вы пойдете в рай, вам будет хорошо. А мне, поскольку я у вас денежки сейчас все заберу, ну, сами понимаете, мне туда уже дорога закрыта. Поэтому я еще не только к вас, еще и к других еще сейчас начну заниматься этим делом. То есть богатым в рай все равно не попасть. Они должны рай сделать на земле. Ну, сами понимаете. Это как бы они перед смертью. У вас жизнь вечная, блаженная. Вот. Будете летать мимо яблочек райских, только не будет у вас зубов. И головы не будет, собственно. Душа же будет только ваша летать. И вот она мимо яблочек, ну и не покушайте, не откусите, не сорвать. А те, кто хотели сорвать, их вот Бог выгнал. Они с какого дерева хотели сорвать? С дерева познания. Вот вы такие же сидите, между прочим. Хотите познать, что добро, что зло. Так? Так? То есть вы хотите, как мы, как боги, сказал Бог, да? Так написано в Библии. И тогда раз из рая их выгнал за то, что они хотели, не хотели быть на уровне животных, не зная, что добро, что зло. То есть они хотели стать, как мы, как боги, узнать, что добро. Это же дерево познания, дерево познания. Они хотели узнать. Вы что сюда пришли? Ведь это страшное преступление. То есть уже вам в рай все, вам дорога заказана. Вот то, что вы записали, уже все, вот этого не сотрете. Все, конец. И дети ваши будут наказаны. И дети ваших детей. Так ведь? Там Христос, там Бог говорит. Там сначала он Иегова, потом он другое имя еще имеет. Саваоф. Говорит, как это вот? Почему вы должны были всех уничтожить? И младенцев, и беременных. А вы их оставили на вас, на язву моровую напущу. И люди приедут на железных колесницах. И шершни. Вот так поступал. Какой такой вот образ его. Библию очень полезно читать. Или вот пришла женщина к этому, к Христу уже, к Христу, Новый Завет. Помоги. Дочка ослепла. Это сейчас вот попы, они же ничего не доказывают. А тут он прямо ходил, Христос, и вот... Тут же исцелял. У вас что болит? Хотите, исцелю? Я Библию прочитал и могу исцелять. Что болит? Давайте исцелю. И вот он, значит, женщина обращается. А вы же знаете, там Христос говорит, что есть народ он, мой, израилевый, избранный народ. А есть все остальные. Есть культурная ветвь, а есть... виноградная лоза культурная, а есть дикая. Так вот, Христос говорит женщине этой, которой ослепла дочь, у меня не хватает хлеба для людей. Что же я буду кидать его псам? Поскольку она не из избранного народа, это оказалась женщина. А женщина говорит, так если это твой пес, так ты что, допустишь, что он умер, этот пес? Он говорит, женщина. Ты права, я исцелю твою дочь. Исцелил. Но образ этого Христа тут такой непозитивный. Непозитивный. То есть очень полезно эти сохранять, исследовать и пропагандировать
что надо сохранять и исследовать. Это дело. Вот. Значит, мы с вами разобрались, что такое философия, что такое основной вопрос философии, да? Деление на два вида философии. Ну и прекрасно себя дает отчет в том, что в обыденной жизни смешиваются разные философские концепции, нужно их различать. И есть, и вот борьбу с агностицизмом вели не только материалисты, такие, как, скажем, Фейербах, например, там, Маркс, Энгельс, но и идеалисты, такие как Гегель. Гегель, например, твердый был сторонник того, что все познаваемо. Познаваемо, и человек обладает свойством познания мира. Несколько слов о понятии материи. Вот некоторые люди, читавшие «Материализм и перспективизм Ленина», вы читали там, что материя – это объективная реальность, данная нам в ощущениях, которые человеческий мозг может копировать, фотографировать и отражать. Некоторые товарищи, которые не поднаторели в философии и в логике, думают, что это определение. Потому что если они видят, что это есть, допустим, роза есть растение, это определение розы? Вот я вам сейчас принесу крапиву, а я скажу, вы же сказали, что роза есть растение. Вот растение, пожалуйста. А вы скажете, вы чего? Ну, я вас, конечно, не просила, но это вообще уже черти что. Что вы творите? То есть... Это суждение, а не определение, потому что определяться должно что-то через более простое или через более сложное. Самокат через сложное. Знаете, как будет? Берем джип. Вот так отрезаем пополам. Вот это два колеса нам нужно будет. Вот всю, только ту часть, которая два колеса, а эта часть не нужна. Ну и мотор разрезаем. Мотор нам тоже не понадобится, вынимаем сразу. Руль. Ну, руль оставляем. Вообще лучше сделать рогаткой. Так вот. Вот так. Пусть даже и круглый будет, это не важно. Важно, чтобы держаться можно было за него и крутить. Так, вот эта вся передача тоже не нужна. Отрезаем. Крышу все снимаем, это утяжеляет. Это надо бы толкать будем. Это же тяжело толкать такое тяжелое. Пол оставляем. Ну, обрезаем боков, все узенький такой делаем. Колеса лучше бы меньше, но пока оставляем такие. Получается самокат. Понятно, что такое самокат? Ну, потому что мы знаем, что такое самокат. Да, вот. Поэтому на самом деле... А на самом деле надо взять самокат, потом второй самокат, поставить два самоката, поставить мотор, укрыть от дождя, поставить руль, передачу и получите автомобиль. Правильно? От колеса это пошло. Колесо простое. Колесо проще, чем самокат. И проще, чем велосипед. Поэтому велосипед надо объяснять через самокат, а самокат через колесо. Вот это будет правильный путь движения от простого к сложному. И так можно познавать. Так можно познавать. Вот поэтому материя – это самое общее понятие, самое общее. Более общего нету. Материя – это то единое, что есть. Энгельс говорил, единство мира в его материальности, и все. Для примера хочу вам из математики привести. Вот... Я бы мог вас спросить, вы в школе учились? Точка, что такое? Ну, точка, я же не сложное вам спрашиваю что-нибудь. Точка, что такое? Это точка не знает, что такое вообще. Чего вы сохраняете? Какое наследие? Никак не могу понять. Ладно, прямая, что такое? Тоже не знаю, безобразие. И вы не знаете? Ну, плоскость. Я... Что такое плоскость, знаете? Тоже не знаете? Плоскость. Да, ребята. Это множество точек. Множество точек. То есть мы не знаем, поэтому мы не знаем, что такое точки, поэтому прямую представляем как множество точек. Здорово получается. А точка что такое? Бесконечно малая единица. Ой, надо знать, что такое бесконечно малое. Ой, это же очень... Знаете, что такое бесконечно малое? Я вам как специалист.
математик, скажу, бесконечно малое – это такая величина, которая стремится к нулю. Или функция, или последовательность. А что такое стремиться к нулю? То есть пределом имеет нуля. А вы что такое предел? Знаете, нет? Вам дать определение предела? Даю. Число А называется пределом последовательности xn. Если для любого сколь угодно малого числа эпсилон положительного найдется такое n большое, что для всех n больше n большое, xn минус a по абсолютной величине меньше эпсилон. Вы через это хотите объяснять точку? Ну, ребята, даете. Значит, показываю, в чем фокус. Фокус в том, что надо осознать философски, что самые простые понятия не определяются. Как вы можете определить самое простое? Вот все более сложное определяется. Но точка, прямая и плоскость. Не думайте, что вы что-то не знаете, и что вы такие темные, а я такой светлый. Вы такие же светлые, как я, а может быть, более светлые, чем я. Просто надо понять, осознать, что в основании науки лежат неопределяемые понятия. Они вот, когда вы построите здание, то тогда будет видно, что вот оно в самом начале стоит. Неопределяемые понятия. Поэтому точка неопределяемая, плоскость неопределяемая. Это я к вам приставал просто, так сказать, ну, подло поступал, честно. Извините, пожалуйста. Ну, как бы пользовался тем, что вы этого не знаете. У нас даже такая шутка была на Матмехе. Как вечер какой-нибудь мы устраивали в комсомольской организации. Народ там с окрестных дворов туда рвался. Ну, мы как придумали, значит, кого пропускать? Стоит дежурный, говорит, ты с Матмеха? Да! С какого курса? С четвертого, так. Производная от Е7Х. Ой, это я не помню. Иди отсюда. Производная от Е7Х. Кто-нибудь знает, нет? Чему равно? Не знаю. Ну, не математики. Рассказываю. Производная от Е7Х равна Е7Х. Интеграл от Е7Х. Вы можете не знать, что такое производная. Можете не знать, что такое интеграл. Но запомните, что интеграл от Е7Х тоже Е7Х. Поэтому был даже такой анекдот. В одном сумасшедшем доме был директор, математик пришел. И он быстро наводил порядок. Значит, это у вас там шум, я вас продифференцирую. Народ там сходит. А если не успокаивается, я вас проинтегрирую. И все было хорошо. Пока завелся сумасшедший математик тоже. Ну, устроил гвал, там, сквара, склока. Он пришел, порядок наводит, приходит, я вас, а этот говорит, а мне плевать. Тот говорит, я вас продифференцирую, а мне плевать. А я вас проинтегрирую, а мне плевать. Тогда этот директор спрашивает, а кто? А я Е в степени х. А Е в степени х, оно если продифференцирует, будет Е в степени х. Проинтегрируешь, будет Е в степени х. Ну, так. Так, я так понимаю, у нас еще ведь вторая пара, так что мы с вами не расстаемся. А? Сходим ли мы на перерыв? 10 минут до нас, да? Да. Все, перерыв 10 минут. Пожалуйста.